находимся на Майами-Бич, и здесь какая-то церемония. Похоже на свадьбу. Похоже на свадьбу. Белый, наверное, девушка, а в черном костюме мальчик. Они что-то поцеловались. Не знаю. Сейчас посмотрим. Где? Сикань, сейчас они его встречают. Thank you.
take you, baby. I can take you, baby. To be my wife. To be my wife. My partner in life. My partner in crime. And my one true love. I will cherish our friendship. I will cherish our friendship. And love you today. And love you today. Tomorrow and forever. Tomorrow and forever. Baby, do you take Guntash to be your lawful wedded husband? You promise to love, honor, cherish, and protect him and be faithful to him? I don't know what to tell you. You promise to tolerate Fenerbahce again? And concerts that start at 3 a.m. I always do that. Most importantly, you promise to love him until. Никуда не попал. Ветер помог перелететь далеко. Как вам
церемония понравилась, правда классно. Майами Бич проходила. Эксклюзивные кадры засняли. Oh!
А мы все равно по дороге идем. Ну, нам же туда идти, по-моему, да, Свет? Я иду за ним, потому что нам тоже идти по дороге. Там уже какая-то территория частная, наверное, видишь, направо, налево идет. Да, там уже сняли, наверное, рестораны. Ну, может быть, да. Мы ж туда не пойдем. Слышь, Светка, может, за компанию мы с ними зайдем, со своих сойдем, поедим, покушаем и домой вернемся. Вот мы и посмотрели церемонию свадьбы в Майами-Бич. Мексиканская. Мексиканская это была? Да. А ты хочешь сказать, что это приехали из Мексики в Майами-Бич и сделали церемонию? Я просто хочу сказать, что они, может быть, здесь даже живут, а может быть и приехали. Но это именно мексиканская свадьба из-за того, что там, во-первых, мексиканцы пели, и они сами похожи все мексиканцы. Не знаю даже. Ну, они же будут нанимать, что ли, артистов, им хочется среди своих быть. Естественно, это мексиканцы. Ты хочешь сказать, что это мексиканцы замуж вышли, да, думаешь? Да, да, это они. Они даже на внешность похожи. А я думал, американцы это? Не, ну, может быть, они, может быть, и американцы, но по национальности они мексиканцы. Не знаю даже. Испанцы. Ну, испанцы, мексиканцы, ну, что-то вот. Ну, по крайней мере, сомбреро, ведь пели-то, это точно мексиканцы. Народ, как вы думаете, чья это была свадьба? Мы вот тут со Светкой спорим и никак не можем это определиться. Оставляйте, короче, нам море комментариев, чья это была все-таки свадьба, кто прав, я или Светка права, да? Светка, как думаешь, кто? Светка, а Света. Света? Ну, Свет, какая разница-то, все равно же Света, Светка, одно и то же. Что Сережа, то Сережка. Одно и то же. Короче, это была мексиканская свадьба, и все. Ну, ладно. Будем определять по количеству лайков, комментариев. Она права, я прав. Да, Светик? Да, пойдем. Вот, ну, ладненько. Короче, ставим лайк, кому понравилась свадьба. Оставляем комментарии, подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Да, Светка? Света, ладно. Пускай будет Света. В общем, всем до новых встреч. Где мы будем в следующей серии, я пока не знаю. Поэтому по-любому видео будут идти из Майами. Будет это Майами, Майами-Бич или еще где. Ну, короче, по-любому мы будем снимать в Майами. Покаместь. Покаместь, да. Что будет дальше, время покажет. У нас еще впереди много денечков в Майами, поэтому еще много-много интересненького увидите. Всем до новых встреч!